Всем привет, друзья, с вами Артур, и мы продолжаем играть в Земля Мертвых. Так, я дошел до того места, где мы новости посмотрели. Сейчас на нас должно дохерищен зомбарей напасть. Блядь! Ну я косой. Так. А! Ну я читер теперь, все. Они меня здесь не достанут. На столе-то. О! Так, перезаряжайся давай. А чё не приседает, чувак, у меня? Алло. Бля, тупое стекло. Так. Это бабулька. Тебе мы с тобой. Давай, иди сюда. Скотина тупая. Так. Всё. Аптечек тут нету, я что-то как-то дошел до сюда, блин, без жизни, без всего. Так. Патроны. Для тех, кто только что настроился на нашу волну, мы будем оставаться в эфире до конца этого кризиса. Бля, охереть! Из города забиты машины. Кровавленных мужчин бродят по городским улицам. Они меня опять в этом углу не достали. Спасибо тебе, угол. Он меня просто спас. Так, здесь ничего. Не было, блин, жизни. Так, это улица. Это тоже не то. Так, ладно, пойдем на второй этаж. Там стопудов денег жизни есть. Подлечиться. Так. Чё ты застрял? А, вон тут еще же шкафчики. О, патроны. Тут это самое. У тебя соседи какие-то. Блять, что за херня такая? Чё ты долбишь дверь? Я здесь, дверь. Я здесь. А, все. Центральная улица. Я последовал совету теледиктора и оставался на ферме сколько мог. Все шло нормально, только покойники продолжали появляться. По радио сообщили, что военные организовали несколько убежищ в городе. Мои припасы подходили к концу, а я начал тихо сходить с ума от одиночества. Терять было нечего. Город выглядел как во время войны. Дороги были забиты машинами. Я не знал, куда ехать, как вдруг впереди, в окне госпиталя, заметил мигающий огонь. Кто-то передавал сигнал СОС. Я не мог допустить, чтобы пара забитых машинами перекрестков не дала мне добраться до оставшегося в живых человека. Придется идти пешком. Вот так вот. Если честно, я даже вот то, что я играл когда-то, в далеком детстве, даже не помню, что за история такая. Помню, что зомбарей убивал и все. Бля, не, чуваки, это не вариант. Заперто. Заперто. Кругом все заперто. О! Вот это уже вариант. Так. Заперто. Так, не понял. Чуваки, подождите. Я что-то не вкуриваю немножко. Так, вот сюда, походу, вот, да. По ящикам. Эти дебилы пусть идут. За чего сигнал-то заработал, не скажите. Где? А, блядь! Херливает он просто. Блядь.
Ага, уроды. Говна кусок. Пишу, блин. Затеянный. Я чуть не обосрался просто. Фух. Так, ладно. Продолжаем их месить, этих дебилов. Труп еще что-то дергается, падла. Да вы что, издеваетесь, бабулька? Вали отсюда. Да ты куда бежишь-то? Что-то попутала, походу. О. Бля, они, походу, бесконечные. Ну-ка. Заперто. Заперто. Что мне делать-то? Чувак, расскажи мне, пожалуйста. А, о. Пацан, ну хватит. Ну что вы все такие дёрганы-то, а? У меня все патроны на вас. Что потратится. Так, где у меня? О, все, трупа. Так, погнали. Заперто. Бля, бабуля, ну чё ты? Ну-ка. Ну-ка. Иди к внукам, я сказал. О! Ах ты, параша тупая. Ну что ж с вами делать-то, а? Что? Хрена ты. Крутой. Я застрял, ну! Так нечестно, я застрял просто. Так, ну хорошо, хотя бы отсюда. Так, ладно, погнали. Здесь мы не будем ничего тратить, сейчас мимо пройдем быстро. Так. Где проход этот был? Блин, сейчас или бабуля, или дедуля, или кто-то там. Ты чё? А, началось. Так. Учительское место. Отдыхай, паскуда, чё ты? Тут же другой вариант убить. Патроны тратить тоже не кайфово. Давай, быстрее, кровь. Охренеть ты, мудак. Бабуля. Так. Еще один, да вы что, издеваетесь, у меня жизни нет, видишь? Видишь, я такой же друг, как ты вот. Блять! Да вы бесите меня, скоты! Все, срать, короче, на эти патроны. Потому что заново проходить тоже бесит. О боже мой. Да чего они, сволочи все? Чувак какой-то медленный. А, пойдем быстрее. Нам надо всех убивать. Да ты это, потише. Нам пора идти. Так. Я не запомнил, сюда запомнил. Сюда запомнил. Пошли. Ой, бля, я промазал один патрон. Это уже все жопа.
Ну? 4 патрона хотят и все, больше не больше, не меньше. Урод. На. Где там бабульки сейчас выйдут? А. Один патрон просто так ушел. Труп просто так двигается. Так, еще один. Все, последний остался. Ты ё, девушки, какой чувак, ты чё? На. Всё. С этим справились. Ну нахер, надо сохраниться. Так, проходим, пошли дальше. Ты бабуля, не, я тебе молоком вообще. Когда патроны будут кончаться, я буду молоком ходить. Пошли в жопу. Мне бесит. Отдыхай давай уже, а. О, бля, какие упоры, челы. Иди отсюда, панк. Иди на тусовку какую-нибудь. Колись где-нибудь. Иди сюда, монахи, иди отсюда в церковь. Изыди нахуй. О, все. Блин, что дергается? Так. Ну куда мы пришли? Ага, вот что. В ящики. Сыграем в ящик. В обход, что ли, было написано? Или что там? Что-то я глаз зачесался, я даже не прочел. Так. Опять сохранимся. Так. Перезапустить игру, спрашиваю. Я хочу сохранить его. Так, погнали. Где ты? Ё, нет патрон больше. Да не рука, да не вторая. Да ты чё, дебил что ли? О, просто пипец. 4 патрона потратил. А. Я думаю, чё за хрень. Так, уж куда. На. Погнали. Да ёп. Да не, ну я ж голову целился. Нет, не заметил никто. На. Красота. Теперь нормально. Так, тут чё? О, тут патроны. Дайте мне на револьвер лучше. Эх. Этот что встанет по-любому. Нет? Вот ты этот встанет. Иди отсюда. Иди отсюда, что ты. Бля! Охренеть! Перезаряжай быстрее. На, бабуля. Так. Да. И не сюда. Да, ну с нам туда. Мужик. Ты не дохлый. Пёр скелет один остался. Дур. Куда ты лезешь? Патрончики потихоньку кончаются, так что у нас почти нет. На тут напор льется такой, да? Вода уже стоит.
понял, что это. А, 3 метра. Можно отделаться. Так. Охренеть. Так. Гранаты. Нихуя себе. Не помню, что это гранаты. Так. И откуда вы там? Уроды. Ну ты чё, ты дебил что ли? Куда я тебя стреляю? Бля, куда ты делаешь? Бабуля, подожди. О. Я пошёл. Шум вам дебил. Но патрон нету, что просто стреляет. Так. У тебя был патрон. Два патрона. Два. И как я должен пройти эту игру? По-вашему. Еще двумя гранатами, да? Ну охренеть. Блять! Ублюдочный дебил. Что ж ты так пугаешь-то, а? Бри. Так, бежали. И все, у нас молоток. О. И 5 гранат, походу. Ладно. Че? Да вы че, дебилы? Ха! Меня жахнуло так, что я... Дай боже, блин. А они тут живы. Так, молоток на молоток. Таблетосы. Так. Ну ч, ни хрена тут нету, бабулька ходит. Охренеть, ты задрог. На тебе, дебила, кусок. А ч я в приседе, что ли, или чё? Мне так кажется, как будто я в приседе, ну да ладно. Нахрена столько молотков здесь? Бля! Урод, я тебя даже трогать не буду. Пошел ты в жопу, дебила кусок. Где я хожу вообще? Я чё? А, ясно. Кружок сделал. Я думал, тут нычка какая-то есть. А тут ни хрена нет. Тут одна темнота, ничего не видно. О. Не понял, подожди. Там дубинка, я хочу дубинку. Бля, ты чувак меня ждешь, да? Так. В эфире Филипп Хадсон. Мы ведем трансляцию из временного штаба, расположенного в центре искусств Джареда Смита. Нам сообщают, что пожары в западных районах города усиливаются. Жителям западных районов рекомендуется соблюдать осторожность. Какая-то голимая дубинка. А, я хоть подальше могу бить, наконец-то. Тогда нормально. У меня все напрягает то, что я как будто присевший. Ладно, хрен с ним. Наконец-то! Госпиталь был? Так, проникнуть, что? Проникнули в госпиталь. Что не трупы. Кнопка в госпиталь. Так, патроны. Какая-то музыка странная. Так, где кто, бля? Рычат. Так, ты один.
На. 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 Молодец. Ну вот теперь-то лучше будет их пиздить. Уроды вонючие. Не, ну когда вас столько, я не буду так делать. Буду вот так делать. Не, ну охренеть, конечно. Надо прям, чтобы по центру было, чтобы граната, чтобы они сдохли. О! О, не, все красиво, нормально. Заперто. Пак. Боже, блин. Охренеть, ты дура, что ли? Ты не заболела ли? Случай. На, иди отсюда. А меня оставило в пятки жизни. У меня душа в пятки ушла. Так, все, заперто. Где рычаг? Охренеть, опять вот. Бам! Ну! Ёп! Твою это самое. Полчаса взрывается гранату. На! Ползешь. Одноногая. На, по черепу. Так. Мне бита пока больше всего нравится. А ты чё? Бабуля? Не хочется вставать. Ладно, пошли. А куда пошли-то? А, он сюда. Ты понял. Так, о, жизни. Жизни, патроны, все подряд. О, не, ты один, вас двое, подожди, не, подожди, папа, ты чё такой, о, все, да бля, ну они дерзкие, стали. Я думал, это я так стрельнул. Так, там нас зовут сюда, да? Ай, бля! Так. Охренеть, сколько вас тут еще? Иди сюда. Типа по черепку постучу. Подожди, по черепку. Да бля, ну ты идешь или нет? Я по черепку хочу постучать. Так, подожди. Да ёб твою ж! Ебать, ты это самое. Тихо. Может, ты не встаешь? Соберитесь в кучку все. Кучку все, кучкуемся. Я там еще иду. Так, ну-ка, все кучкуемся. Ждем вот этих двоих еще. Все дружно. У меня одна граната. Не паникуем. Чё? Куда гранату кинул, дебилы? Ладно, пошли отсюда в жопу. Клюшка. Так. Может, мне клюшка больше понравится? Иди сюда. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не нравится мне клюшка. Бля! И что, окружить меня хотели? Так. Ладно. Идем. Я надеюсь, там-то в больнице. Есть аптечки. Доктор. Ну вот как раз нам надо к доктору. У меня опять в пятках жизнь только. Доктор говорил по интеркому. Он заперся в комнате охраны. Мне надо было найти его. Ах, найти ему надо его. Так, он я жизнь не вижу. Так.
Все, больше ничего нет. Да ты чё дверь, а? Да ёп! Подожди, да я бит возьму. Куда пошло? На тебе в спину. Подожди-ка. Ты-то как-то мне не понравилось. Ну да. Даже если только в пятках чё-то не очень хорошо идет. Ладно. Два. Ты тут не машина, три. Восемь? Ни хрена они живучие стали. Так, нам сюда здесь была какая-то хотя бы жизнька. Одна банка. Так, заперто. Ты чё, открывай? Нет, не открывай. Так. Кто, где, окей? Да ты чё, голый? Иди на место. Типа под капельницу надо. Уже. Ты что, какие наглые, а? Будет вставать. Ух ты. Доктор! Доктор, помогите! Мне лекарство надо, ты чё? Да ёп, пациент! А, это медсестра, наверное. Медсестра, ну вы тут знаете эти лекарства? Вы не знаете, так. Ты это вообще больной какой-то. Уравновешен доктор какой-то был. Так, патроны. Не те патроны, что надо бы. Ладно, сколько у нас тут? Достаточно уже. Можно и пострелять немножко. Так, ребята. Прекращаем этот цирк. Дайте мне лекарства, и мы пойдем разойдемся. Так. Ты тут спи спокойно. Ну даже ты дверь закрыл. Так. Пойдем дальше. Подождите, ну чё? Найдите доктора. На тебе. Это точно пациент. На тебе. Ты чё там дверь ломаешь, дебил? Она открыта. Не дебилы. Не, зомби все же дебилы. На. Это какая-то медсестра или уборщица. Кто ты нахер? Там доктор. Иди отсюда. Так. Здесь ничего нет. Ну хоть, блин, ваночку-то жизни дали бы. Чё вы? Ради чисто. Заперто. А, это то же самое. Помещение. Так. Нам что, сюда? А тут что? Блин, ты там кругами ходим только. И все. О! Это я не зря сюда шел. Так, не понял. Ну ты откуда, паскуда жирная? Точнее, ты собака. Охренеть, ты что по вентиляции там делаешь? Дебил. Что там забыла сейчас? Дурачил какой-то, а. Пошел в вентиляцию, лазить там. Где тебя? Бля, ты дверь запер. Умри! Ух, бля. Ох, повезло. Так, на метидох, я уже знаю. Кто там? На! Охренеть ты резкий, быстрый! Иди отсюда, дебил! Медсестра какая-то неуравновешенная. Так. Здесь ничего нет. Так, еще один психопат. Доктор. Я надеюсь, это не тот, которого найти должны. Чуваки, да вы чё?
Хватит. Ой, патроны кончаются. У вас мозгов и так нет. Нельзя кончиться. Так, чтобы смысл вот 3 патрона тратить. Да возьмите револьвер, быстрее. Молодец. Я уже думал, может, в руку сейчас попадет. Тогда бы я точно охренел. Так. Ребята. Дайте. Это тоже можно, но мне будет таблетоса все же. Чтобы я хоть пару ударов заперто. Пару ударов мог выдержать. Вот откуда они лезут? Так. Я, рука. Голова. Ты чё прыгаешь, а? Чувак. Прыгать-то нельзя. Ты где? В садике, что ли? Ты в больнице. О, чё вы не такие все смирные, как этот чувак? Сидит спокойно, никого не трогает. Так, там что-то есть. Так. Ой, да. Что, кто? А, это мой аэрод. Я думаю, уже кто-то идет. Когда бежишь, бежишь, и энергия у него кончается, он делает. Как будто, блин, его режут. Блин! Охренеть! Я ж вспотел. Теперь у меня только в ступнях осталась хпшка. Что за дебилы? Я все промазал. Все патроны промазал. Закрой, закрой дверь. Чем там сидит? Так. Тут вроде нет вентиляции. Вот это я хочу. Это я хочу. Ну-ка идите сюда. Да. Не, у меня хп нет. Так, давайте сохранимся. Ну и в принципе продолжим тогда в следующей серии. Чё тут? Мы уже достаточно долго играем. Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, пишите свои комментарии. И всем до встречи. Всем пока.